Всем большой привет! Это канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю вот такие замечательные милые мешочки с жульеном внутри. Вначале я испеку блинчики. Для них мне понадобится молоко, яйца, соль и сахар, мука, вода и немножко растительного масла. Все просто смешиваю в миске: молоко, воду, яйца, соль и сахар. Все хорошенько тщательно размешаю. Постепенно добавлю муку до той консистенции, буду доводить тесто, которое мне нужна. Я хочу средние блинчики, чтобы они были не слишком тонкие и не толстые. Вот такое тесто должно получиться. Теперь добавляю растительное масло и все просто перемешиваю. Оставлю тесто на 10-15 минут на столе. Сковороду хорошенько смазать маслом. При выпечке блинов сковорода должна быть очень хорошо разогрета. Это самый главный успех выпечки блинов. Вот такие блинчики получаются. Очень красивые, тоненькие, нежные. И так выпекаю все блины. Закрыла блинчики пакетом. Я не хочу их смазывать сливочным маслом, потому что начинка и так будет очень сытная и жирная. Пусть пока они постоят, а я буду готовить начинку. Для начинки мне понадобятся грибы 400 грамм, одна небольшая луковица, сливки 20% жирности и немного сыра. Грибы просто порежу пластинками. Если у вас крупные грибы-шампиньоны, вы можете их разрезать пополам или еще на 4 части. Теперь нарежу мелко луковицу. На сковороду, хорошо разогретую, наливаю масло, у меня оливковое, немножко, буквально 2 столовые ложки, и выкладываю грибы. Грибы поджарились, к ним теперь добавляю лук. И все еще немного поджариваю. Эту начинку можно делать без лука. Теперь выливаю сливки и довожу до готовности. Обязательно надо еще раз присолить, попробовать на вкус. Вот пусть немножко постоит, минут 5, потушится, загустеет, и тогда уже будет готово. Вот так должна выглядеть начинка, она загустела. Все готово. Сыр я натерла на мелкой терке, грибы готовы. Блинчики тоже готовы. И я еще возьму для завязывания мешочков копченый сыр косичка. Я вот его распила, и получились такие вот веревочки. Теперь будем собирать наши мешочки. Блинчик. На блинчик выкладываю начинку. Сыр. И красиво формирую краешки. Складываю мешочек. Чтобы мешочек временно держался, закрепляю его зубочисткой. Подвожу под зубочистку. Ее можно уже вынуть. И завязываю мешочек. Вот так получается в итоге. Выкладываю на противень. Готовые мешочки ставлю в разогретую духовку на 10-15 минут. Такие замечательные блинчики, мешочки с жульеном внутри у меня получились. Очень вкусные, нарядные, красивые. Всем их очень рекомендую. Начинку можно выбрать разную. Я сегодня вам предложила жульен грибной. Попробуйте, порадуйте себя и близких. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!